26 июля поступило сообщение о возгорании балкона на 5-м этаже 5-этажного жилого дома по улице Маршала Конева в Твери. На место происшествия оперативно прибыли отделения пожарно-спасательной части номер 2. В целях безопасности эвакуировано 20 жильцов дома. Спустя 20 минут возгорание было полностью ликвидировано. Распространение огня не допущено. Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается. За период 22 по 28 июля 2024 года на территории Верхневолжья сотрудниками МЧС России ликвидировано 63 пожара, в которых, к сожалению, погиб один человек. Хотелось бы отметить пожар, произошедший 22 июля в доме-интернате для престарелых и инвалидов города Вышний Волочок. Возгорание произошло в одной из комнат на 5-м этаже. Благодаря профессиональной работе огнеборцев была оперативно произведена эвакуация жильцов дома-интерната и не было допущено распространение огня. Пострадавших нет, причина возгорания устанавливается. Также за отчетный период пожарно-спасательные подразделения привлекались для ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадал один человек. Происшествий на водных объектах региона не зарегистрировано. В случае возникновения чрезвычайной ситуации звоните в Единую службу спасения по телефону 01, сотовых 101 112, телефон доверия Главного управления МЧС России по Тверской области 848 22 39 99 99. В Тверской области ежегодно до 2000 человек обращаются в полицию с заявлением о пропаже близких и знакомых. Местонахождение 80% без вести пропавших устанавливается в течение 10 дежурных суток. Лишь 1% разыскиваемых становится жертвой преступления. Какими бывают случаи пропажи? Муж или жена не вернулись с работы к установленному времени, да, там, допустим, 17-18, каждый приходит домой. Такой пример. Идем дальше. С леса не пришли родители или там близкие родственники. Другой момент. И самый злополучный, самый проблемный – это наша группа риска. Ребенок не вернулся со школы. Если первый случай не так критичен, то во втором и третьем необходимо срочно обращаться в полицию. Заявление пишется независимо от места регистрации, от места, тем более, проживания в любом территориальном органе. В любом территориальном органе обязаны принять заявление о безвести пропавшем. Бытующее мнение о необходимости ждать 3 дня ошибочно. В поисках пропавшего человека важны первые часы. Нельзя терять времени. Если обращение идет незамедлительное, то есть очень большой шанс установить живым и здоровым. Благодаря наших непосредственных волонтеров это и происходит в Тверской области. Непосредственно сейчас я говорю о наших несовершеннолетних. Тоже заблуждение, что если я не родственник, я не могу подать. Вот одинокая бабушка живет, пропала, а мы же не родственники, мы не можем подать заявление. Можете подать заявление. То есть не обязательно быть родственником, чтобы подать заявление о пропаже. Вот у вас пропало, ну, не видите там 2 дня уже соседку, да, вы тоже можете подать заявление. После подачи заявления сотрудники полиции начинают поиск. Работает следственно-оперативная группа по розыску. После того, как написал гражданин заявление о пропаже своего близкого, материал рассматривается 10 дней. В течение этого времени проходит необходимая процедура. После истечения 10 дней, если человек не установлен, мы заводим расследовательное дело, так называемое. И в рамках уже этого дела проводятся дальнейшие мероприятия. Дело ведется до 10 лет. Но это не значит, что после 10 лет все приостанавливается. При заполнении заявления есть установленная форма, есть так называемые познавательные карты, где кроме того, что прописывается фамилия, имя, отчество, так называемые антропологические данные – рост, вес, заболевания. Эта карта хранится еще 10 лет. То есть в априори получается 20 лет мы разыскиваем человека. К розыску подключаются сотрудники МЧС, кинологическая служба, волонтеры. Мы успешно уже существуем 13 лет, и мы подвели тоже краткую статистику. 7000 поисков собой было отработано с момента существования. Для интереса это равно населению города Старец, ну плюс-минус. Вот, то есть в целом можно сказать, что мы отработали по поискам целый город. В целом мы работаем со всеми структурами и
Взаимодействие налажено очень плотно, и все алгоритмы, они просто уже работают как часы. То есть, если у нас это лесной поиск, это в основном сотрудники аварийно-спасательной службы, которые ответственны в Тверской области за поиск людей в природной среде. Помощь волонтеров значительна. Они не только прочесывают лесные массивы, но и распространяют листовки, памятки, устанавливают свидетелей и очевидцев пропажи человека, проводят открытые уроки и лекции по профилактике пропаж. Еще один совет родителям. Перед посещением массовых мероприятий сфотографируйте своего малолетнего ребенка, в карман его одежды положите записку с вашими контактами. Если вам предстоит идти в лес, сообщите о вашем маршруте родственникам и соседям. Возьмите с собой компас, мобильный телефон, спички, немного еды и питья. Если заблудились в лесу, не паникуйте. Звоните по телефону 112 и оставайтесь на месте. Компания «Альтаир» профессионально установит системы пожаротушения и контроля доступа, окажет качественные услуги по ремонту и техническому обслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности. Наш телефон 300 020. Позаботьтесь о своей безопасности заранее.